Атлантов. Попытка вбросить шайбу в зону. Попытка, надо сказать, удачная. Дмитричев. Асадриддинов это был. И на пятаке. Да! 1-0. Здорово. Асадриддинов открылся на дальнюю штангу. И прекрасную передачу ему Алексей Булыгин сделал. Спиной к воротам бросить. Неудобные руки. А здесь можно попробовать убежать. Асадриддинов появился на льду. И сразу создает себе момент. И гол забивает. За секунду до конца оформляет дубль. Это снова Артем Садриддинов. Вошел в зону, сделал передачу. 8, 7, 6, 5. И выход 1-1. Будет гол. Да! За 2 секунды до конца отличается Садриддинов. Но это сегодня просто фантастика.